В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, в студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Сама опрокинула самогон, сама подожгла. Житель Пронского района обвиняется в сожжении супруги. Без крепкого суррогата никак. В Рязани разоблачили очередную подпольную торговую точку. Надо дружить со всеми, но особенно вредных, угощать ядом. За что попало в колонию целое семейство. Сейчас в России можно законно купить любое холодное оружие без особых проблем. Каждый год люди приобретают свыше 100 тысяч ножей, топоров и других предметов, пригодных для разбойных нападений, грабежей и заказных убийств. Причем количество убийств за год с применением такой кухонной утвари, согласно официальной статистике, ровно настолько же больше, то есть 200 тысяч. Чуть более месяца назад в рабочем поселке Старожилово один местный житель зарезал другого. Предполагаемый виновник задержан и всячески сотрудничает со следствием, но раскаяние, пусть и запоздалое, уже не вернет человека. Избрана мера пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения по сразу же. Он находится в СИЗО номер 2 города Ряжска. Вот. По делу назначено ряд судебно-медицинских и биологических экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. От любви до ненависти, как говорится, один шаг, тем более, если жаркие страсти хорошенько разбавляют горячительным. Встречу последнего Нового года надолго запомнили жители города Новомичуринска. Трагедия произошла в семействе Конякиных. Мать пострадавшей на суде твердила, позвонила дочь, сказала, муж ее сжег. На этом телефонный разговор оборвался. Медики скорой помощи и соседи успели поговорить с женщиной. С сильными ожогами ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Дальше версии разнятся. Свидетели утверждают, что потерпевшая настаивала на умышленном поджоге. Якобы муж вылил на нее самогон и чиркнул зажигалкой. Причина – отказ от близости. В отношении Конякина было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По словам супруга, дело было совсем по-другому. Благоверная усомнилась в качестве его самогона. Качнула рюмку, толкнула случайно оказавшуюся руку с зажигалкой, а он еще и подлил масло в огонь, а точнее самогона. Решил потушить пламя и плеснул из другого стакана, где вместо воды тоже оказалось спиртное. Но следователи усомнились в такой цепочке случайностей и, как выяснилось, не зря, хотя обвиняемый по-прежнему настаивает на невиновности. К тому же о ложности его показаний свидетельствует его необоснованный отказ от прохождения психофизиологического исследования с использованием полиграфа, который он мотивировал тем, что якобы дает правдивые показания, и подтверждать их ему незачем. Как правило, нелепая жизнь и приводит к страшным результатам. Редко кто вырывается из этой паутины, сотканной из пьянок, скандалов и побоев, особенно если речь идет о женщинах. Личное дело каждого, но тогда и обижаться не на кого. По данным Счетной палаты, в России 50% алкоголя, то есть каждая вторая рюмка, производится нелегально. Государство теряет на этом огромные деньги – по 2 миллиарда рублей в год. Даже эксперты, считающие эти цифры завышенными, бьют тревогу. Мало того, что гигантские суммы проплывают мимо бюджета, так из-за суррогата гибнет нация. И не по 30-40 тысяч человек в год, как нас пугает правительство, а по 200-250 тысяч. Так оценивают потери независимые эксперты-наркологи. А за год наш народ принимает на грудь в общей сложности более 200 тысяч железнодорожных цистерн по 60 тонн каждая. Нелегальный оборот есть в любой стране, но в цивилизованных чаще под видом дорогих брендов продают дешевые. Эта продукция идет мимо казны, но не угрожает здоровью граждан. Особенность нашего рынка – наличие крепких суррогатов. И самый активный потребитель – население с низкими доходами. Вот и подсчитайте, сколько людей за свои же деньги готовы самолично отравиться. Пил? Зубровку. Правильно. У
очень часто, что данная продукция делается в подпольных бытовых условиях, и мы на практике сталкиваемся, что при проведении химических экспертиз содержание данных спиртосодержащей продукции может быть совершенно различным, начиная от примесей различных добавлений тяжелых металлов, различных кислот, кончая наличием непосредственно метилового спирта, который является сильнодействующим ядом. Но даже такие нерадостные последствия покупатели, как правило, не пугают. Подумаешь, помутит немного. На днях рязанские полицейские обнаружили еще одну нелегальную торговую точку. Подробности смотрите в сюжете. Подпольная торговая точка расположилась в районе Южного промузла в одном из боксов гаражного кооператива «Луч». Там после проведения контрольной закупки оперативники изобличили бутлегера. Обнаружено и изъято 1975 литров фальсифицированной алкогольной продукции, более 23 наименований различных марок и брендов. Всего было изъято 3365 бутылок. По предварительным данным, алкоголь и фальшивые акцизные марки к нему 29-летний житель Рязани закупал в столице. Подпольный торговец пояснил полицейским, что продавал товар только розничным покупателям. Однако оперативники предполагают, что у него были и другие клиенты. Если вечный вопрос «пить или не пить» в нашей стране не актуален, то, может, пора задуматься над качеством горячительного. Иначе спрос так и будет рождать противозаконные и, главное, опасные для жизни предложения. После войны женщин почти не приговаривали к высшей мере наказания. Почти. Но была одна украинка, которая в конце 80-х вошла в историю как последняя казненная женщина в Европе. На скамье подсудимых оказалось все ее чудовищное семейство, включая пожилых родителей. В марте 1987 года прохожие наблюдают странную картину. Школьнику прямо на улице стало плохо. Мальчик упал и стонал от боли. Приехавшие медики видимых травм не обнаружили. Наверное, инфекция. Однако в этот же день в больницу поступило еще несколько человек, в том числе двое взрослых. Были помещены в больницу эти дети. Сначала двое, потом еще 9 человек. Врачи заподозрили у них то ли кишечную инфекцию, то ли какой-то особый вирус гриппа. Но кроме общих недомоганий, у детей стали выпадать волосы. На пятый день пациенты один за другим начали умирать. И несмотря на это, оставшихся в живых продолжали лечить от гриппа. Только потом проявились версии сильнейшего отравления. Тем более, что все пациенты либо учились, либо работали в одной и той же школе. Рассматривали даже возможность радиационного облучения впоследствии Чернобыльской катастрофы, которая произошла годом ранее. В школе взяли пробы воды, проверили вентиляцию и изучили электромагнитный фон, но все оказалось в норме. Выяснилось, что все дети ели в школьной столовой гречневую кашу и печенку. Соответственно, было возбуждено уголовное дело и стали проверять вообще, кто-то ответственный есть в столовой, кто проверяет, наблюдает за приготовлением пищи. Но тут выяснился еще один интересный факт. Последняя медицинская сестра Наталья Кухаренко, которая следила за раскладкой, пару недель назад скончалась. Прежде всего, эксгумировали из могилы тело Натальи Кухаренкой. Провели дополнительные исследования, анализы, и оказалось, что Наталья Кухаренко была отравлена тоже тем же веществом, что и находилось, в общем-то, в крови детей, поступивших в больницу, а там дети стали умирать тоже. Оперативники обыскали каждый сантиметр школьной столовой, опрашивали персонал. И обратили внимание, что особенно нервничает посудомойка Тамара Иванютина. К тому же у нее, как выяснилось, недавно был конфликт с Натальей Кухаренко. Диет-сестра запретила таскать домой продукты и даже отходы. А Иванютина именно для этого и устроилась в школу. Так она могла содержать свое хозяйство. Один из следователей решил сначала разведать обстановку. Он проследил за Иванютиной до дома и не поверил своим глазам. На крыльцо вышел довольно молодой мужчина, внешне похожий на немощного старика. Он был совершенно лысый и с трудом передвигал ноги. Это был муж посудомойки, который до последнего искренне верил, что такой доброй женщины, как она, способной любить больного, нет и не будет. Сама Тамара всем говорила, что в роду семейный недуг, и скоро супруг умрет.
При обыске в доме Иванютиных нашли странную баночку с жидкостью. На вопрос «Что это?» Тамара, как ни в чем не бывало, ответила «Крыс травить». Лабораторное исследование показало – это жидкость клеричи, высокотоксичный раствор на основе талия, применяемый в некоторых отраслях геологии. А доставал ее посудомойка у своей подруги, которая работала сотрудницей Киевской геолого-разведочной экспедиции. На допросе перепуганная лаборантка призналась, что клеричи, как правило, используют для разделения минералов по плотности, но в быту она действительно заменяет отраву для грызунов. По словам той же лаборантки, Тамара Иванютина часто переезжала из одного частного дома в другой и постоянно жаловалась на мышей и крыс. Такое бывало при широком подворье. Но позже выяснилось, что с помощью муравьино-кислого талия они боролись не сколько с грызунами, сколько с неугодными им людьми. И речь шла обо всех кровных врагах. Первое преступление произошло за 11 лет до этого. Последний супруг Тамары не раз слышал историю, как будто еще в 30-е годы его свекор в отместку за раскулачивание угостил мышьяком своего брата, красного командира. Но историю воспринимали не более чем семейную байку. А между тем, очень быстро умер первый муж Тамары. Причем, когда он попал в больницу и его откачали, заботливая супруга лично положила ему в дорогу бутерброды с отравой. Из командировки он так и не вернулся. Потом периодически болели и сгорали буквально на глазах соседей. Одновременно старшая сестра Нина отравила своего мужа, который ей немножко надоел. Родители тоже принимали участие в отравлении людей. Всего вот этот яд они подсыпали, подлили более чем 40 лицам. Старики, не задумываясь, убили соседа по коммуналке, который чересчур громко включал телевизор, а также родственницу, сделавшую замечание по поводу лужи в туалете. У третьей соседки была слишком большая пенсия. Они добавляли крысиный яд в приготовленный для угощения плов и оладьи, начиняли отравой апельсины и пряники. Сама Тамара лелеяла одну заветную мечту. Она непременно должна купить черную «Волгу» и в красивых нарядах выходить из нее на зависть остальных. Фанатичное желание разбогатеть привело ко второму замужеству. Ну и второй муж ей не очень что-то угождал, поэтому первоначально она подсунула яд его родителям, отравила свекровь и свекры. Тамара Иванютина росла в многодетной семье с 5 братьями и сестрами. С детства ей твердили, что нужно заработать так, чтобы не мучиться всю жизнь по коммуналкам. Главное – достаток. Даже в СИЗО Мария Масленко, мать Тамары, объясняла сокамерницам свою жизненную позицию. Чтобы добиться желаемого, нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, угощать. Но в пищу особенно зловредным добавлять яд. Иванютина была арестована и сначала написала явку с повинной. Поводом для преступления, по ее словам, был отказ школьников передвинуть столы и стулья. На самом деле она плеснула яд в общий котел с едой после ссоры с медицинской сестрой. К тому же электрик в этот день грубил. Надо было наказать. Но в малых дозах Иванютина добавляла отраву в школьную пищу постоянно. Еда теряла вкус, дети от нее отказывались. Это было на руку, получалось больше отходов. Но тогда и мясо животных, которых она выращивала и отвозила на рынок, содержало опасные токсины. А значит, количество пострадавших было гораздо больше. 3 года проходило следствие и суд, и непосредственно главной преступнице был вынесен смертный приговор, а ее сестра и родители получили длительные сроки лишения свободы. Судебно-психиатрическая экспертиза отклонений ни у кого не обнаружила. Но Иванютина наотрез отказалась просить прощения у родителей погибших детей, пояснив на суде, что у нее не то воспитание. Родители школьной посудомойки до освобождения не дожили. О местонахождении сестры ничего не известно, но ее ни разу не видели в районе дома, ради прописки в котором она и пошла на убийство. Сегодня много говорили о происшествиях, так или иначе связанных с пьянством, а потому закончу народной русской мудростью. Алкоголизм – это когда пить не хочется, но надо. Берегите себя и не поддавайтесь стадному чувству. До встречи!